Так, я не понял, товарищ сержант, что я нарушил вообще? На красный свет с превышенной скоростью. Имень, где аптечка? Где ты живешь такой красивый, без ремня и аптечки? Вот ремень, вот аптечка. И это все? А что еще надо? А где цветы? Какие цветы? Не знаю, тюльпаны, ромашки, думай. Слушайте, что вы несете? Я говорю, приехал с разрешенной скоростью, ремень пристегнут. Бу-бу-бу. Вы меня останавливаете. Я спешу. Бу-бу-бу. Слушайте, что вы меня кривляете? Бу. Так, что происходит вообще? Боже мой, ты такой бука. Никакая я вам не бука. Ну, медвевонок. И не животное, я человек. Ты такой классный, когда злишься. Слушайте, что? Я еще раз спрашиваю, в чем причина остановки? Ой, а тебе прям все расскажи, да? Пили? Нет, не пил. Зря я люблю, когда немножко. Ладно, сейчас проверим. Я начерчу линию, пройди по ней и посмотрим, пили вы или нет. Да чертите свою линию уже. Ну, сейчас посмотрим. Вы меня просто останавливаете и непонятно зачем. Слушайте, может, давайте так, я вам просто деньги дам и все, хорошо? Боже, фантазии ноль. Ладно. Фу, давай, сейчас проверим, кто бред ты. Бред. Ладно, так. Имя. Иван. Так. Семейное положение. Холост. Холост? Да, холост. А что такое? Ничего. А у нас новая форма, нравится? Нет, не нравится. Ну и дурак. А можно мне ваши документики посмотреть, да, а? Пожалуйста, не проблема. Сейчас тебе дам документы. Стоят тут вообще непонятно. Стоят. На, посмотри. Непонятно, вот, кто. Пожалуйста, посмотри. Что такое? Почему вы там голый? Это сюрприз. Нравится? Нет, не нравится. Так, сейчас, извините. Прикольный рингтон. Не ваше дело вообще. Алло. А, да, сейчас, меня тут остановили, да, сейчас, я скоро буду, да, все, целую, пока, угу, да. Так, на чем мы остановились? Кто звонил? Звонила моя невеста. И когда ты ей собирался обо мне рассказать? Слушайте, почему я должен ей о вас рассказывать вообще? Ты что, меня стесняешься, да? Слушайте, ничего я не стесняюсь. Вы, говорю, остановили меня незаконно, я вот сейчас взял и поехал. Ну и едь. Так и поеду, Господи. Я. Господи. Что я сделал не так? При чем здесь не так? Говорю, взял я и поехал. Ну и езжай. И поеду. Ну и езжай. Смотрите. Давай, на него. Езжай. Поеду я. Езжай. Что-то случилось? Ничего не случилось. Точно? Точно. Ну я поехал тогда. Ну и езжай. Точно не случилось? Ничего не случилось. Может, что-то случилось? Ничего не случилось. Я поехал тогда. Просто... Что? Ничего. А, ну я поехал. Ничего, езжай. Я справлюсь, я сильный. Слушайте, вы что, плачете, что ли? Нет, это ветер. Вы ветер. Езжай, ничего. Только помни, меня легко потерять, сложно найти и невозможно забыть. Езжай. Слушайте, что за бред вы несете? Так, я поехал и точка. Не ставь точку, там, где сердце ставит многоточие. Какое многоточие? Что... Езжай. Вы не поздравили Владимира Зеленского, когда он стал президентом. Я не знаю этого человека. Надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся. Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал. Он хороший актер. Ну, я говорю серьезно, а он смеется. Вот, значит, но одно дело кого-то играть, а другое дело быть кем-то. Для того, чтобы... Живем, увидим, посмотрим.